Всем привет, ребята, и с вами, как всегда, я, Ананасик, и вы попали на мое новенькое видео по игре Chicken Gun. Ну и что, я просто обалдел, потому что реально вышло новое обновление в Chicken Gun 3.0.0. Вы просто не представляете, как я рад. Посмотрите, что много чего добавили интересного. Просто обалдеть. Посмотрите, вот эта пушка 900 монет стоит. Жалко, что я ее сейчас не могу купить, потому что у меня только 700 монет. Ну, посмотрите, просто какая она крутая. Ну, здесь, видите, много еще чего интересного добавили. Свинья, Cartoon Cat. Дальше здесь, видите, гусь и много чего интересного. Давайте, кстати, теперь зайдем на карту новую, которую добавили. И это реально очень топовая карта. Давайте посмотрим на нее. Просто так, сингл мод выбираем и заходим на карту. Рандомный пароль, любой. И просто посмотрите, какая атмосферная карта. Прям, знаете, немножко страшно даже от этой карты. И интересно, кто же здесь живет. Так, вау, посмотрите, здесь еще и анимации добавили, вау, ну в Chicken Gun это точно не хватало, просто посмотрите, как теперь красиво выглядит персонаж, он просто может танцевать, это просто, я очень рад, друзья, ну и давайте посмотрим, что там, кто живет, интересно, в этом домике, так, где он, кто вообще живет в этом доме? Ну-ка. Чего? Да ладно! Cartoon Cat! Вы просто посмотрите, как он жестко на меня напал. Я даже его не увидел. Это просто круто, ребята. Просто посмотрите, как это классно выглядит. Интересно, куда он делся? А, вот он, да ладно, посмотрите, это реально Cartoon Cat. Мы хотели, чтобы его добавили, его реально добавили. Ладно, в общем-то, на этом будем заканчивать, друзья. Здесь у меня реклама вылезла. Но, ладно, на этом все. Я уверен, что вы ждали вместе со мной эту обнову, и наконец-то мы ее дождались. За это просто лайк и подписка. Ну, а на этом все, друзья. С вами, как всегда, был я, Ананасик. Всем удачи и всем пока-пока.